Здравствуйте, ребята! Ребята, скоро люди нашей страны будут отмечать очень важный праздник 23 февраля – День защитника Отечества. Слово «Отечество» произошло от слова «отец», «отчизна», «отчий дом», «отчий край». Отечество – это наша страна. Защитники Отечества – это воины, которые защищают свой народ, свою родину, Отечество от врагов. У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. В России она тоже есть. И она не раз защищала свой народ от захватчиков. В этот день, 23 февраля, каждый ребенок хочет порадовать и поздравить своих пап, дедушек, братьев. В нашей группе детки подготовили подарки и поздравления своим самым дорогим мужчинам. Дорогие мужчины, в этот замечательный праздник от всей души поздравляем всех отважных российских воинов и благодарим их за родной труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и огромного счастья. С праздником вас! Ой, наш папа милый, поздравляю тебя с праздником твоим мужчинам 23 февраля. Ты для нас всегда защитник, а тебе так городишь. Перед тобой любой противник станет маленьким, как мышь. Мы тобой гордимся, папа, самым сильным. Мы крутые. Мы тебя примеры ставим всем мужчинам, остальным. Я поздравляю вас с праздником, какой счастье, радость, дела, милый папочка, родной. Милый папа, дорогой, нежный, добрый и родной, любимый, драгоценный, лучший во Вселенной. С 23 февраля поздравляю я тебя и хочу я пожелать счастья, мира и добра. С праздником тебя!